На кладбище во время похорон Блока все говорили об аресте Гумилева. Его обвинили в участии в монархическом заговоре. Так оно и было. Он был монархист, но не в этом душном смысле слова из Союза Русского Народа. Нет, он был человек религиозный. И для него монархия – это была религиозная власть. Как положено поэту, был пророком. Так что еще задолго до революции он предрек конец царя своего. И написал в начале века: «Манит пространство глубоких озер, смотрит с укором заря, тягостен, тягостен этот позор, жить, переживший царя». И, как опять же положено русскому поэту, пророчествовал и свою смерть. Пуля им отлитая просвещет над широкой вспененной Двиной, пуля им отлитая разыщет грудь мою, она пришла за мной, и Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век. Это слово «Господь» скоро исчезнет из стихов поэтов. Скоро слово «Бог» будут писать в этой стране с маленькой буквы. Гумилев был человек религиозный, и отец мой всегда повторял какую-то строчку из его стихов. В мире все вмещает человек, который любит жизнь и верит в Бога. Гумилев в конце месяца того же августа был расстрелян. Сын его будет арестован. А жена его, великая поэтесса Ахматова, напишет: «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». Вот эту эстафету смерти он передал своему ученику, своему гениальному ученику. Осип Емельевич Мандельштам. Когда Гумилева арестовали, то он с собой взял томик Гомера и Евангелие. Мандельштам, он тоже любил Гомера. «Бессонница», «Гомер», «Тугие паруса». Концовка там замечательная. «И море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне?» И вот Гомер молчит, и море черное витийствуя шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. «Все движется любовью», написал он в это время, когда 70 лет будут тренировать на ненависть. Эта тренировка началась тогда, в 20-е годы. По-моему, Берберова рассказывает о встрече с поэтом, которого она спрашивает о его сестре, такой гимназисточке. А он говорит: «Теперь работает в ЧК, носит наган. Меня встретила, говорит, таких, как вы, надо расстреливать. Что мы и делаем». Это время наступило, когда эсэр Блюмкин, который в будущем убьет графа Мирбаха, увидел несчастного артиста Ильинского, который свои продранные туфли вытер портьерой, он тут же выхватил револьвер и кричал: «Я убью его за хамство, за то, что он оскорбляет революцию». Когда друг Есенина Устинов услышал какие-то слова, которые ему не понравились по поводу большевиков, он тут же вынул револьвер и попытался убить, и его оттаскивали. Мандельштам напишет: «Все время убьем его, убьем. Кассирша обсчитала на пятак, убей ее. Директор что-то там подбахнул, убей его. Крестьянин не дал хлеб забрать из амбара, убей его». И вот этот крик: «Убей!» А он про любовь. «Мне на шею кидается век волкодав, но не волк я по крови своей». Ну и замечательная фраза из прозы. Ему какая-то старуха-осетинка говорит: «Ты, Ося, к ним в колхоз не идешь, и я тебя понимаю, но ты иди, иди,
а то пропадешь. Он все это понимал. Он написал: я бы мог просвистать скворцом, заел бы ореховым пирогом, да, видно, нельзя никак. Вот Иосиф Виссарионович замечательно сказал Фадееву. Он сказал, что люди очень легко обкатываются, как камешки в океане. И политический деятель это должен точно знать и не быть впечатлительным. И вот эта обдирочная машина по превращению в одинаковые камешки, она все время работала. А он же был особый. Он же не только жил в этом своем мире, Россия, лето, Лорелея, в этом этот смысловик, идущий от Тютчева в это время лозунговых стихов. Нет. Он же еще писать посмел о том, что происходит. Он еще клеймить посмел, когда послушная литература молчала, когда вымирала деревня, ни звука, только приветствие. Этот акмеист писал: мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны, только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца. Написал он и про голод строчки. Так что в 1934-м его арестовали. Причем раньше он говорил Анне Андреевне: я к концу своему готов. Ну, еще 1934 год, так что побежали все. Бухарин, написал Иосиф Виссарионович. Сталин, он мог быть страшным, но он не мог быть смешным. Поэтому, когда стало ясно, что вот эта волна началась, то как-то расстреливать за то, что он написал стихотворение против него, как-то не подходило бывшему поэту. Поэтому на письме Бухарина он написал совершенно очаровательную резолюцию. Кто посмел арестовать Мандельштама? Безобразие. Это человек, который контролировал все, любой вздох в стране. Сделал вид, что он просто не знает. И дальше он был, конечно, была пьеса. Он позвонил Пастернаку, и скоро по всей Москве распространилось это: если бы арестовали моего друга, я бы лез на стену. И почему вы не обратились, спросил он в писательскую организацию. Мандельштам получил всего лишь, по тем временам всего лишь, ссылку, да еще жене было разрешено следовать за ним. В 1938 году он его подобрал, он был хозяин, поэтому заботился о хозяйстве. И он знал, что в хозяйстве этот ему не нужен. Кроме того, он строил эту великую империю-крепость, где он уже был отец и учитель, и позволит жить человеку, который посмел замахнуться на человека Бога, то не мог. Последний голос Мандельштама – это письмо, которое он напишет из лагеря. Исхудал, изменился до неузнаваемости. Посылать деньги, продукты, вещи, не знаю, стоит ли, но попробуй. Очень мерзну. И в конце: не знаю, жива ли ты, Наденька, родная голубка моя. 27 декабря 1938 года поэт умер. За 13 лет до смерти Мандельштама в тот же почти день погибнет еще один поэт. Интересно, Мандельштам, он как бы жил вне времени. А вот тот поэт, о котором я сейчас буду говорить, и еще другой, они были властителями дум времени. Один из них был даже символом времени.
И оба они, говоря языком нашего классика, вернут билет, уйдут из жизни добровольно. Они, которые были в эпохе, отринут эту эпоху. Оба они предсказали свою гибель. Зеленый вечер под окном, на рукаве своем повешусь. Это Есенин написал до революции. Точка пули в конце. Это Маяковский написал тоже до революции. Но мы начнем с Сергея Есенина. Есть много версий о его гибели и разных. То, что мы будем сейчас рассказывать, это всего лишь, так сказать, соображение, не более. 28 декабря это было. В гостинице «Англитер», которая тогда уже радостно переменила название, называлась «Интернационал», около номера 5 собрались двое. Они в номер не могли войти. Одна из них была жена журналиста Устинова. Они проживали в том же «Англитере», друзья Есенина. Вчера, во время посиделок у Есенина, они оставили там самовар. Наступило утро, и самовар был нужен. Она хотела зайти. И еще другой был поэт Эрлих, который пришел для того, чтобы оформить там какую-то доверенность. Надо было получить за Есенина деньги. А деньги были нужны, был Новый год. Номер стучали, никто им не открыл. Позвали служащего гостиницы, он открыл номер. Устинова вошла, номер был абсолютно пустой. Она посмотрела по сторонам, потом подняла глаза кверху и увидела метра полтора. От пола висели ноги, а под потолком висел сам Есенин, уткнувшись головой в трубу отопления. А Эрлих ничего не заметил. Он бросил шубу и на пустой диван и портфель. И только встретившись глазами с Устиновой, он поднял глаза, и в ужасе они оба выбежали из номера. Вот все последнее время, как много раз писалось, Есенин пил. Пил. Но стихи писал. Причем замечательные стихи. Сердце поэта, так сказать, разбивалось по-прежнему в музыку. Но какой-то ужас от него в это время исходил. Мансуров, скульптор, друг Есенина, напишет в своих воспоминаниях, как они идут. Есенин по мокрой мостовой идет в этих знаменитых своих лакированных туфлях. И мальчик какой-то проходит. И вдруг мальчик в ужасе, как он говорит, остановился и смотрит на Есенина. Это что мальчик? Кириллов, один из писательских руководителей, рассказывает, как он видит Есенина, и пугается тоже, потому что тот смертно, тяжко как-то пьет. И он его спрашивает, что, зачем, опомнись. А он говорит, а я устал. Тут говорит, ты отдохни. Говорит, я не так, я душой устал. Я человек конченый, душа пустая. И когда он приехал в Ленинград, вот эти 24 декабря он приехал в Ленинград, все это время он встречался с Устиновыми и пугал их. Устинова расскажет, что он называл себя Божьей дудкой и, пытаясь что-то объяснить, скажет, что говорил, что душа не пополняется, только отдает. Устинов расскажет, как все время он читал ему «Черного человека», а Устинов этот благонамеренный, нормальный член редколлегии советского журнала, боялся всей этой мистики, как ему казалось, всех этих галлюцинаций, этого черного человека. Он не понимал, что там, о чем тот молит, а тот молил: друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль, то ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, только как роща в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Что это было? И зачем он приехал в Ленинград? Что это было? Он уже слышал. Поэты же здесь пророки. Он уже слышал эти шаги этого черного человека, командора, шаги,
который он уже чувствовал, что весь этот мир, который он воспевал, вся эта Русь прекрасная, звонкая, она же скоро исчезнет. Он это чувствовал, и он с ней вместе. Он тоже обречен. Еще что он должен был чувствовать? Еще недавно, там, в 16-м каком-то году, он с поэтом Клюевым был в Марфо-Мариинской обители. Читали они стихи великой княгини Елизаветы Федоровны. Все 9 лет назад каких-то. Русь была другая. Стояли эти церкви. Вся его крестьянская Русь была в этих колоколенках, крестах. Теперь колокольни без крестов. И в красных уголках щурился вместо икон этот веселый лич. Как он должен был все это воспринимать? Какой крик должен был стоять в его душе, который он должен был побеждать, не давать этому крику вырваться? Кроме того же, грех еще у него был грех. Он же тоже участвовал вот в этом хоре Бога людей. Это же он писал, пророк Сергей Есенин, тело Христово, тело выплевываю изо рта. Все тогда писали. Увлечение было такое, так чувствовали себя. Мы уже проходили, мы уже говорили. Нормальный человек уже, он отказывается от заблуждений. А у поэта они кровью, рубцами там остаются. Блок умер от ошибки. Что все это было у него, и он помнил, что тогда сказал ему его друг, поэт Клюев. Он написал: «Тропа от преданных голгов лежит к Иудиной осине». Иудина осина – это дерево, на котором повесился Иуда. Он грозил ему будущей удавкой. И вот теперь он приехал в Ленинград. И вот этот вопрос, кому, зачем? Вот тогда, в 20-е годы, будет массовая такая, как эпидемия самоубийств. В воздухе что-то было. Людям трудно было дать себе отчет. А в воздухе было, привыкнуть еще не могли. Они очутились в стране пустого неба. И это великое пророчество. И тогда я пошлю на вашу землю голод. Но не голод хлеба и не жажду воды, а жажду услышать слово Господне. И будете ходить от моря и до моря. И будете скитаться от севера к востоку, ища это слово, и вы его не найдете. И он за словом приехал. Ему надо было найти это слово, чтобы сломать вот эту жизнь пьяную, в которой он жил. Кто ему мог дать это слово? Устинов, этот журналист, большевик, Эрлих? Да нет. В Ленинграде жил человек, который ему, как казалось, должен был дать ему это слово. Это был вот все тот же поэт Клюев. Их отношения Есениным. Наверное, это роман. Он увидел его в 15-м году, вот у поэта Городецкого, Клюев, Есенина. И как писал Сергей Митрофанович, по-моему, он будто вцепился в него. И с тех пор он его не отпускал. Клюев тогда был властитель, один из властителей дум, там десятки писем, переписка его с Блоком, как он влиял на Блока, как Блок раскаивался в своей жизни, в своем богатстве. Это у Клюева. У него был, он о Ленине писал: есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в ответах. Вот это у него был, этот игуменский окрик. Он гипнотизер был, его называли второй Распутин. Влиял на людей. А потом революция случилась, все переменилось. Он в безвестность и в бедность отошел. А Есенин, какой это была
какой расцвет, какая это была слава. Сейчас это, и вас, все подражали ему. Вот и даже это хулиганство его, вот крушил он и бутылками по головам бил. Это был не просто эпатаж, он как бы из этого порядка, который упряжи, который уже надевали на страну, выбивался. Это был разгул, это был по-прежнему вот этот пугачевский тулупчик. Ходил тогда в цилиндре, в лакированных ботинках, и Клюев тогда возненавидел его. Возненавидел его за вот за эти стихи, которым он не прощал, за предательство, как он писал, зыбки, то есть колыбели, то есть крестьянство общее. Ну а потом совсем в бедность впал и написал Есенину. Приюта попросил, письмо написал такое в стиле штабс-капитана Лебяткина, как сам рассказывал, писал о том, что в достатках больших живет Есенин, жена богатая, жизнь легкая, и кипарисовые червонные слова ему писал, чтоб помог, приют дал, и Есенин дал приют, и приехал Клюев к нему и бежал оттуда, заклеймив приют этот кабаком, где вино льется, где люди бескрестные, как он писал, и злые. Вот кому приехал Есенин? Комната у Клюева была похожа на избу. Там иконы висели, все как родительская есенинская деревня. Он хлеба попросил. Спасение. Тот, видимо, вложил ему в руку камень. И вот 27 числа наступил последний день Есенина, и пришли к нему Эрлих, та же Устинова. Он сидел в шубе и сказал, что чернил не было в этой проклятой гостинице, но не мог же он ждать. И он написал стихи кровью. Видимо, в эту ночь он первый раз попытался и не смог. Стихи он дал Эрлиху. Эрлих хотел прочесть, он сказал, не надо, прочешь потом. Это были вот эти великие стихи. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, то у меня в груди предназначено расставание, обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, ну и жить, конечно, не новей. Они были до 5 часов у него, потому что от него, видимо, исходило это электричество страшное. Они хотели уйти быстрее, ушли. Он остался один. Но в Венеции, в архиве, есть показания вот этого самого Мансурова, о котором Устинова рассказывает, что он приходил в эти дни к Есенину. И Мансуров пишет, оказывается, что после 5 пришли они вдвоем с Клюевым. Он не пишет, о чем разговаривал Есенин с Клюевым, потому что, видимо, не удалось ему слышать, вдвоем разговаривали. Он только описывает эту ночь страшную, ленинградскую, с этим ветром, снегом, дождем, пытаясь, видимо, объяснить, что будет. А будет, когда они уйдут, а уйдут они, как они пишут, в 5 часов на рассвете. Есенин останется один и будет стучаться к Устиновой. Та ему не откроет, потому что они еще спали, да не знали, зачем открывать. Эти жители пустого, страны пустого неба, что они могли ему сказать. И потом он поднялся к себе, встал на эту колонку и веревкой привязался. Покусился на самоубийство. Я это слово повторю. Не совершил, а покусился. Потому что он веревку
замотал лишь вокруг шеи, там мертвой петли не было. Как, видимо, думая, что еще обратно можно. Но он не знал вот этой страшной загадки самоубийц через повешение. Трое ученых провели этот опыт, потому что это часто бывало. Никто из петли почему-то никогда не вылезал. И они также обвязались, и ассистенты дежурили. И они описали, что, оказывается, эти искры наступают, вот эти искры бегут перед глазами, и первое страшное ощущение давления и жажда быстрее сбросить это. Но, как они пишут, будто какая-то сила не дает, будто руки пудовыми стали. И как они по-научному там термин дают, самопомощь при этом невозможна, будто сила эта дьявольская держит. Так что он и остался привязанным, уткнувшись лбом в эту батарею, и на лбу у него останется эта выемка от этой раскаленной батареи. И рука, которую он держал, так грозящая и поднятая, тоже останется. Мансуров пишет, что он днем узнал о смерти Есенина и тут же поспешил в гостиницу, и там сидела Устинова, которая сказала: «Павлушенька, ты Сереженьку больше не увидишь. Увезли Сереженьку в Обуховскую больницу, в Покойницкую. Сани были маленькие, и голова у него, у Сереженьки, билась о мокрую мостовую». Маяковский рассказывал, как ему было трудно писать стихотворение на смерть Есенина, потому что, он говорил, такая некоторая одинаковость. Я тоже живу часто в гостиницах. И еще он употребил одно удивительное слово – вынужденная одинокость. Стихотворение он написал, заканчивалось: «В этой жизни умереть нетрудно, сделать жизнь значительно труднее». И через 5 лет этот поэт, это действительно горлан-главарь, сидел в комнате один и писал тоже письмо. Начиналось оно как манифест, как декрет всем в том, что я умираю. Не вините никого. И, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. А в конце записки шло стихотворение, после которого было ясно, что сплетничать будут. Как говорят, инцидент исперчен. Любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. В свое время, как и всех, наверное, меня тревожила и волновала эта загадка. Ну почему? Как будут в эмигрантских газетах, он будет изображен, человек огромный с револьвером, лежащий на полу, и под ним надписи: «Жизнь хороша и жить хорошо». Перед этим был вечер у Катаева, там было несколько человек, и я решил такое сделать, я со всеми побеседовать решил. И мне удалось, с Катаевым побеседовал, с Ливановым, с Яншиным. Вот только с героиней, за которой любовная лодка разбилась о быт, с Вероникой Полонской, я не разговаривал.
потом она будет мучиться, писать вот эти воспоминания, пытаться объяснить, в чем дело, про физическую холодность что-то писать. Но сплетничать не надо, покойник этого не любил. Тем более, что она знала только Володю. А был Владимир Владимирович Маяковский, внутри которого Володя занимал не очень большое место. Был огромный Владимир Владимирович. Но общественная, так сказать, сторона, общественные неудачи, да, были, были. Клоп провалился в Ленинграде, не очень хорошо прошел в Москве. Вот эта знаменитая выставка юбилейная, которую он сам себе устроил, действительно замалчивалась, замалчивалась. Голос, говорят, терял. Еще что. На последнем выступлении у студентов кто-то посмел сообщить ему, что Хлебников был гениальный поэт, а он Маяковский мразь. А еще что? В раб вступил, что было воспринято как предательством некоторыми из окружения. Но он же ведь колосс был, он утес человек. Он же не такое выдерживал, что ему. Вот есть рассказ о том, как он готовится к своему юбилею. Он такую репетицию проводит. Он сидит в маске. И эта маска козла, чтобы, как он говорит, изображать более похожим вот это блеяние юбиляра. Я думаю, что вот это страшное, подсознательное, подсознательное. У него, как в книжке Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», уже было два лица. Одно, про которое все знали, вот это, горлана главаря, про которое французский писатель написал, надо показать эту пасть Парижу. Владимир Владимирович, похожий на свою вот эту станцию, как говорил Олеша, станция Маяковская, огромная вся, великий футурист, новатор. А другое лицо, оно как тоже было, но только под этой маской. И начались эти все изменения милого лица давно. Тогда в него все были влюблены. Олеша, Пастернак, Катаев. Да что они, вся страна. Молодые люди, когда с девушками встречались, спрашивали, любит ли она Маяковского. Это был пароль. Это был пароль левых сил. Это был пароль прогрессивности. Нет, началось оно пораньше. Началось оно еще, это изменение до революции. Это когда молодой богочеловек тоже швырнул камень, и не один. Я думал, писал он, ты огромный божище, а ты недоучка, крохотный божик. Только он, как все они, не знал, что Господь поругаем не бывает, что после этого наступает вот это самое страшное, как он писал, из амортизации. Амортизация сердца и души. Так начался этот путь. Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс. Он действительно все отдал, все отдал. Это все ложь, что он потом стал писать плохо. Не так. Я перечитывал совсем недавно. Грандиозный поэт, потрясающий, Державин. Он оды писал этому новому строю. Только строя, которому он писал, не было. Он про Октябрьскую революцию пишет, воспевает ее. А про вождей революции Троцкого, Зиновьева
писать нельзя. Он революцию без людей воспевать должен. Он кляп у него. Но он согласен, согласен. Он себя смирял, становясь на горло собственной песни. Он все делает. Он Красную Армию славит, только Реввоенсовет, и все уже, что побеждало вот этих всех колчаков разогнано. Он живет в этом мире, и жизнь хороша, и жить хорошо, только к искусству, которое он представляет, этому великому авангарду уже подкрадывается, и завтра оно будет издыхать, и он знает, что он рядом с ним. Так что... Под этой маской было несчастное лицо человека, который душил в себе поэта. Он написал, как о Пушкине, юбилейное стихотворение: «После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на П, а я на М. Какой-то остряк». Тогда все в него бросали камни, потому что почувствовали слабость. Написал: но между М и П еще есть две буквы, которые образуют маленькое «но». Остряк, даже не понимая, что он написал, две буквы были. Тайная свобода, которая была у Пушкина, его не было. Не было. Он служил атакующему классу. Он на горле своем стоял. А трудно было. Бога рядом с ним не было. Когда человек сильный, молодой, когда они вот бросали тогда все камни, когда они были Бога людьми, не нужен, обходились. А в несчастье как обойтись? Так что остался он один. С этой строчкой из другого поэта: не сыскать мне той казни мучительней той, которую в сердце ношу. И закончим мы последним поэтом. А его затравили. Затравили до смерти. Все было как нужно. И не забуду никогда, как я шел по Москве, такой был нормальный, как все, житель страны пустого неба. И друг мой, который шел рядом со мной, начал читать стихи. «О Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной, — постели и люди, и стены, день смерти и город ночной. Кончаясь в больничном покое, я чувствую рук твоих жар». И никогда до этого в моей жизни не было ничего подобного. Он много читал стихов. И вот сейчас, думая о Пастернаке, я думаю, что, может быть, это и было содержание слов «Тайная свобода». Может, это и было вот через все это, через этот жуткий ветер этой эпохи, донести эту свечу на ветру для того, чтобы не тихо, нет, а во весь голос благовествовать. Двадцать четвертую драму Шекспира пишет время бесстрастной рукой. Стихи Ахматовой. «Все мы участники грозного пира, лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира будем читать над свинцовой рекой, лучше сегодня голубку Джульетту с пением и факелом в гроб провожать, лучше заглядывать в окна к Макбету вместе с наемным убийцей дрожать, только не эту, не эту, не эту». Это уже мы не в силах читать. Им довелось прочесть все до конца, эту драму. И отец мой как-то сказал: какой бы был
воистину не здешний вечер. Если бы все они явились из петли, с пулей, сколько их, о скольких мы не рассказали, там, о Цветаевой, о Клюеве даже не рассказали, а еще сколько там молодых, там вереница убиенных. А председательствовать, он сказал, на этом вечере, наверное, нужно было бы Фадееву, живому, с этой маленькой головкой его, аккуратней. Он был неправ. Всего через несколько, 3-4 года, по-моему, с пулей в сердце, в трусах, привалившись к кровати, со спиной, облитой кровью, будет сидеть Фадеев. У него были опухшие ноги, потому что совесть гнала его, и пьяный он ходил по этому маленькому переделкинскому лесу, изнемогая. Так что и председатель оказался достойный бы. И закончим все цитатой из Бориса Леонидовича. Я в гроб сойду, и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. Так что скоро, совсем скоро, наше кровавое столетие отправится на суд к нему.